Что такое банк? Это то место, где хранят деньги. За многое количество копеек могут дать много денег. Там снимают деньги. Много денег, и там много охранников. Люди работают, там им дают зарплату. Разменять деньги на мелочь, карту положить. Чем занимаются банковские работники? Переводят деньги. Они распечатывают, следят за деньгами. Они следят за банком, что там не ограбили, например. Смотрят, чтобы никакой вор не пробрался сюда. Принимают порванные деньги, которые просто на улице были. Они следят за исправностью всех банкоматов. Зачем люди берут кредит? Купить еду и отдать свой в долг. Можешь в магазин сходить, не знаю, что-то купить. Машины. Что и потом... Купить что-то и отдать в долг. Если у вас не хватает денег, то вы взяли на месяц квартиру пожить, на месяц, на год. Где в банке хранятся деньги? В сейфе. Его там закручивают, там нужно набрать код. Иногда бывают лазеры. В автомате. В банках. Квадратный, там еще кнопочки с цифрами. Там нужно на них нажимать. И нужно ввести код. Если код будет правильный, то он откроется. А если неправильный, то он не откроется.